Вопрос утилизационного сбора, не позволявший экспортировать автомобили отечественной сборки в страны Таможенного союза, уже решен. Об этом сегодня телеканалу «Астана» рассказал заместитель председателя Национальной палаты предпринимателей Рахим Ошакбаев. Мы очень много жаловались на утилизационный сбор и на то, что Россия препятствует экспорту наших автомобилей. Как я говорил, уже 2 недели назад достигнуто соглашение с Россией о том, что они признают наши режимы промышленной сборки автомобилей. И таким образом, вот уже во втором полугодии, мы надеемся, начнется экспорт наших автомобилей в Россию. На брифинге в службе центральных коммуникаций Рахим Ошакбаев также сообщил, что Палата предпринимателей представила позицию бизнес-сообщества по всем разделам договора о Евразийском экономическом союзе. Сейчас можно констатировать, что подавляющее большинство предложений бизнес-сообщества, оно было принято как официальная позиция казахстанской стороны и выставлено уже на переговоры в трехстороннем формате. У нас уже есть действующие соглашения в рамках Таможенного союза ЕЭП, они просто кодифицируются в один документ, и мы их существенно улучшаем. И то есть те несовершенства, которые присутствовали в этих документах, мы рассматривали вот работу над этим договором как возможность их улучшить. И многие какие-то функции, которые были, на наш взгляд, необоснованно переданы в комиссию, мы, наоборот, их возвращаем назад на национальный уровень. Их достаточно много.